Полиции Китая дебютировал 6-месячный щенок Корги Фудзай. Несмотря на короткие лапы, юный служащий показал хороший результат во время тренировок. Он тренировался вместе со служивцами, обучался послушанию, поиску бомб, техникам обнюхивания. Щенок доказал, что работать в спецслужбах могут не только собаки с длинными конечностями. Имея короткие лапы, Фудзай легко исследует пространство под автомобилем и проводит обыск в узких местах. Полицейские считают, что корги способен улучшить взаимодействие между служебными собаками и населением. Также его полюбили пользователи интернета из-за привлекательной улыбки.